Сегодня на сборке велосипед Stern Force 2.0. Такая квадратная рама, мощная, прям огромная. Ну, достаточно легкий велосипед. Проводка открытая. Стоит велосипед 35 тысяч в магазине, чтобы вы знали. За эти деньги что мы имеем? Мы имеем вот так вот прикрученный передний тормоз. То есть нам его отдали. Искали винтики, сами найдете, прикрутите. Переднее колесо крутится очень хорошо. То есть клиент пришел, говорит, крутится обалденно. Сняли колесо. Хрустит неимоверно, там все втулки, вообще ничего не протянуто. Соответственно, передняя втулка под переборку сразу идет. Вот так вот у нас разведены тросики рубашки. Модно. То есть это называется верхний нахлест. Ну, типичная история. Вот, вот так вот у нас блокировка кнопки. То есть вот вам рубашка, вот вам тросики, сами прикрутите, если сумеете. Ну, соответственно, ничего не настроено. А рамка у нас стоит, соответственно, криво. Вот так вот в бок выгнута. Задняя втулка крутится хорошо, то есть по задней втулке претензий нету. Сейчас я разберу, посмотрю, протянуто или нет, это будет продолжение. Вот, то есть у нас сейчас будет полная настройка переключателей и тормозов, особенно переднего, который вот так висит. У нас будет установка вот этой вот блокировочки, протяжки передней втулки. Когда сделаю, покажу. У нас нормальные китайские втулки Joy Tech, просто они перетянуты. Количество смазки там внутри очень достойное. То есть как минимум на 1-2 сезона этой смазки должно хватить. По моему опыту, после протяжки втулки ходят 2 года до первого технического обслуживания. Я протянул втулки, чтобы они крутились замечательно. Есть легкое-легкое закусывание. Это для притирки. Дальше наношу свою любимую синюю смазочку Мантюль Marine Grease на пыльнички, чтобы они крутились хорошо и под пыльнички меньше попадало грязьки. Посмотрите, сколько у нас смазки на роторе. Соответственно, ротор надо обезжирить. Вот это место тоже протереть. Смазка должна быть только внутри. Снаружи смазки быть не должно, иначе на нее прилипает грязь. Добрались до задней втулки. У нас тоже тут Joytech. То есть втулка, в принципе, неплохая. Значит, что у нас здесь было? Ротор не закручен, кассета не закручена до упора. Дальше с этой стороны у нас гаечки законтренные со всей силы. Смотрите, тут сколько, две шайбочки стоит. Вот. А со стороны барабана, как обычно, да, у нас потом всегда здесь все раскручивается. У нас здесь не было законтрено. И подобраться сюда нельзя, не открутив там. То есть мы сначала с той стороны откручиваем, потом вынимаем с этой стороны, и здесь контрим. Хорошо контрим. И здесь было просто куча смазки. Он еще даже чуть-чуть осталось. Это я вот с фонариком смотрю. Сейчас еще вытру. На эту смазку будет грязь прилипать. А где у нас смазка должна быть? Внутри, а не снаружи. Так что контрить надо обе втулки. Хотя крутится, вот эта втулка с завода крутилась идеально. Сейчас она вообще идеально крутится. Но не законтрена со стороны барабана. Соответственно, со временем раскрутится. Все винтики закручены, втулочки протянуты, кассета закреплена, роторы обезжирены. Ну, грязи, можно сказать, совсем чуть-чуть было, маслица. Но обезжирить все-таки желательно на новом велосипеде, да и когда будете кататься, не забывайте протирать роторы от грязи. Вот надпись мы читаем, а сделано в Китае. А, смотрите, вот так вот у нас прожгли раму сварочкой, и не до конца закручена кареточка, но вроде не хрустит. Штаны протянуты очень хорошо, зато педали вообще не закручены, да, видите, я рукой ее просто двигаю основание. Отличная сборка. Так, шатуны я проверил. Сейчас я закручиваю педали. Настраиваю тормоза, пытаюсь перекричать дождь. Тормоз у нас, к сожалению, чиркает. И передний вообще не закреплен. И рассказываю дальше. Ну, тут даже вот нарисована граница, по которой должен быть выставлен передний переключатель. Ну, я не знаю, для слепых, для тупых. Я не знаю, что тут нарисовано. Но он не попадает. Так, ну вы видите, наверное, да, что руль стоит вверх ногами. Вот эта вот кнопочка стоит тоже вверх ногами, она должна быть снизу. Не очень все это удобно, тут какие-то огромные зазоры. Зачем так руль поставить, не знаю. Но на всякий случай давайте проверим. Вот у нас динамометрический ключик, да. Вот сейчас здесь сколько у нас? Порядка 5, чуть-чуть подкручу. 5 ньютон на метр, вот у нас написано, да, 5 ньютон на метр, видите. Вот у нас типа 5 ньютон на метр, типа профессиональный инструмент, условно говоря. Может быть все хорошо, может быть нет, давайте проверим. Не дотянуто.
Ну, потом я раскручу, конечно, поставлю руль нормально, просто проверяем. Видите, да? Это у нас... В принципе, главное, не перетянули. Вот, но не дотянуть тоже, наверное, плохо. Опа, вот. В пределах допусков, скажем так. Сейчас перевернем руль, протянем рулевую, поставим нормально все вот эти ручки, перекинем по-другому. И перекинем вот эти вот похабщину, вот эту вот похабщину тросик, да, вот это вот идет. Мне так не нравится, я хочу по-другому. На улице уже темнеет, у нас тут свет появился, красивые лампочки. Продолжаем, значит, ругаться. Смотрите, такие вот заусенцы торчат внутрь рубашки. И в этой узенькой дырочке тросику очень тяжело скользить. Сейчас я подрежу вообще все рубашки, все нормально разведу по красоте. Передний тормоз я настраивал целый час, потому что, к сожалению, у нас называется вот эта вся история Текра, и у нее залипает неравномерно поршня. Значит, как вы помните, курочек поплока, то есть вот это вот это у нас называется поп, крышечка, а лок — это замочек, то есть вот эта вот фигня поплок, он у нас стоял вот здесь, вот кверх ногами. Кто это придумал, я не знаю, по моему личному мнению, вот замочек нарисован красиво, должно быть это вот так вот. Здесь даже выступ есть, посмотрите, как япошки придумали классно выступ, видите, выступ под вот эту штучку, полукруглый, причем ее крутить очень неудобно теперь. В общем, рулевую я протянул, вынос я нормально протянул, руль я нормально выставил, сидушечку я поправил по уровню, все закрутил, все было не закручено, нифига. В общем, на данном велосипеде, на данный момент, пока были только затянуты штаны. Правую педаль покажу, как она приехала. Вот так вот нормально. Все, продолжаем ремонт. Ну, вообще-то это сборка, но, по сути дела, это ремонт нового велосипеда. Так, вот так вот выглядит дыра здорового человека. Да, нормальная дыра такая большая, и в ней тросик будет прям со свистом. Туда-сюда скользить, и хорошо работать задний переключатель. И передний тоже. Так вот у нас настроен передний переключатель. Да, просто я скинул цепь, и он у меня слетел. Эх, все по красоте. Ну что, 11:30, последний клиент с великами уехал. Закончил я нашего красавца. Меня больше, конечно, впечатляет дизайн. То есть, вот смотрите, квадратная труба, она становится круглой. То есть, это очень оригинально. И вот называется это reinforcing tubing. То есть, превращение квадрата в круг. Очень модно. Все я сделал. Значит, нашел еще проблему. Монетка не работала, передняя. Потому что внутри была перетянута гайка. Пришлось разобрать монетку, ослабить гайку и настроить. Сейчас все сделано. Вот так вот стоит поплок. Очень удобно. То есть вы пальцем дотянулись, заблокировали, разблокировали. В общем, все настроили. Все в общем, кроме шатунов, которые были затянуты с завода хорошо, здесь пришлось протягивать обе втулки, настраивать оба переключателя. Передний криво стоял, задний пришлось настраивать. Протягивать обе втулки, потому что были на передней вообще как-то все было плохо, на задней более-менее прилично, но со стороны кассеты не был законтрагаен конус. Протянуть кассету, протянуть ротора, настроить передние и задние тормоза. С передним пришлось очень сильно повозиться, что-то как-то не настраивалось, там залипают поршня, неровно они ходят. Поправили сидушку, закрутили педали, протянули рулевую, повернули руль нормально, отрегулировали... Здесь будет молодой человек кататься, то есть под его руку, видите, какой зазорчик оставил между грипсой и ручкой. Грипс поставил, чтобы вот, смотрите, то есть вам не надо вот эти пальцы, каждый раз вот здесь вот, когда стоят, вам приходится каждый раз пальцы перекидывать сюда наверх. А здесь вот удобненько все, по два пальца сделано. Все, велосипед готов, все полностью, вот день ушел на, так сказать, ремонт этого велика, потому что сборка это назвать нельзя, это полная реконструкция. Все готово. Немножко денежек, 800 рублей мы за это возьмем, за целый день работы. Но зато человек будет получать офигенное удовольствие, потому что теперь все будет работать отлично. Все будет щелкать и переключаться отлично. Сидушка у нас сейчас ровно, видите, стоит. Параллельно, горизонтально, короче. В общем, спать пора мне. Я вам спокойной ночи.